добрый день. Анонсируем всякие интересные нововведения, которые будут впервые у нас на магазине именно к мини-тракторам. Понятно, что все мототракторы, вот эти вот драндулеты на ремнях, как многие их называют, идут с комплектом, фрезопух, а честно, люди спрашивают, мини-трактор, что в комплекте идет? А в комплекте ни хрена не идет. Обидно. Мы ведем такую тему. В нашем магазине будут выставлены товары мини-трактор УКР, где будет трактор идти с комплектом, с фрезой, с плугом, с копалкой, с сажалкой, с граблями, с косой, к примеру, где будет уже, во-первых, цена с учетом всех скидок, допустим, взять 24-ку с полным приводом, с фрезой, с плугом. Это будет дешевле, чем взять просто 24-ку или взять 24-ку и отдельно тогда еще взять фрезу плуг. Это номер раз. Номер два. Данное оборудование, данные фрезы будут самые лучшие. И оптимально уже подобрана будет фреза по своей ширине, по своей мощности, сопоставимо с трактором, с его коробкой. Соответственно, будет подобран карданы, которые будут подходить, которые будут вставать, все будет хорошо. И, соответственно, не такие плуга будут идти в комплекте. Я буду в своем магазине комплектности идти. Будет часть навески будет Польша, часть навески будет КНР, хороший КНР. Допустим, фрезы не такие, а которые идут как аналог бомбы, где на дисках ножи крепятся. Ну, вы поняли. Плуги будут бомбы. Ну, в общем, самое адекватное, самое грамотное, самое проверенное качество навесное будет, соответственно, к тракторам. Подобрано правильно под их мощность. Вот, что людям уже надо, допустим, сразу с комплектом взять и не морочиться, не подбирать, не потом ничего не переделывать, там не подбирать отдельно карданы, потому что захотели то, а не подошло. У нас все будет просто вот так вот. Просто бенч. Потому что наши специалисты все подберут, подключат перед отправкой навесное, проверят с трактором. Мы можем вам отправить видео, как оно работает, если вы попросите. Отправить видео вашего же трактора, который к вам, друзья, приедет, чтобы вы удостоверились, что там нет никаких моментов. Если вам что-то хочется дополнительно на него установить, по типу погрузчика, лопаты отвала и подобных всяких вещей, тоже это все вот таким образом интерактивно может решаться. Не просто заказали картинки, увидели и что-то там себе непонятно ждете. Конкретно вам выслится видео или на мыло, или на Viber, где вы можете посмотреть, как оно в сборе состоит, как оно работает одно с другим, как оно себя показывает. Ну, и я еще в будущем обязательно сделаю видео, как это все работает в поле, именно как фрезерует фреза, как, собственно говоря, показывает себя этот пул, бомбит пул, чтобы тоже у людей все стремится, всякие стереотипы разрушились. Вот то говно, то не говно и тому подобное. Вот, ну и, конечно, цены, самое главное, покупая вот такой именно уже комплект, вы экономите, потому что уже учтены все наши бонусные программы, скидки на трактор, скидки на навесное оборудование. Соответственно, все уже по максимуму. Официально низкая минимальная цена, которая может быть на такой аппарат с комплектом, друзья. Поэтому, кто заинтересован в покупке трактора на сезон, на осень или там вам сейчас, к примеру, надо, наш сайт заработает уже буквально вот с дня на день, и там уже будет все вот это добавлено, обновлено, и будет цены комплекты тракторов, мини-тракторов, больших, трехцилиндровых, с навесным, друзья. Это мы все обязательно реализуем. Наш сайт обновится уже вот-вот-вот-вот, так что подписывайтесь на канал, переходите по ссылке, набирайте по телефону горячей линии, на абсолютно любой вопрос вам адекватно ответит наш менеджер, наш консультант, который разбирается во всех характеристиках, который скажет, какой там реально стоит мотор, ходит или не ходит с ним эта коробка, к примеру, да, и всякие другие вещи. Вот, так что, друзья, все для вас, стараемся, работаем. Цель нашего магазина, чтобы он был интерактивный, цель нашего канала, чтобы вы перед покупкой техники через интернет могли себе увидеть, как оно есть на самом деле, что оно на самом деле себя представляет. Под каждым товаром в магазине, практически под каждым, будет ссылка сразу на видео. Вы зашли в магазин, выбрали интересующую вас модель, нажали кнопочку «Смотреть видео» и смотрите его видеообзор, где я вот так вот показываю, там передачи, там какая коробка, какой тут мост идет, как тут цилиндр бура стоит, какая тут железо толщиной идет, какой металл, какая кузовня, дырявое крыло или не дырявое, скажем так, сколько вома скоростей, как тут насос сделан, где он стоит, какой мост идет, какой диаметр у него, ну поняли? Вот так вот.
а не просто 24 лошадки, там, 3 цилиндра, все усилено, все, до свидания, друзья. Чтобы люди могли увидеть действительно, как оно есть и что они купят. Соответственно. Ну и там в работе с навеской мы потом тоже добавим видео. Будет несколько видео на каждый трактор. У меня много обзоров, поэтому будет несколько видео, чтобы вы помогли посмотреть со всех углов, заглянуть везде. Вот. И, собственно говоря, понимать, что к вам приедет. Вот и все. Вот. Так что это был канал Винитрактор. Кому интересна данная тема, близка, подписывайтесь. Если вам все-таки так, как я доношу информацию, доходит лучше, да, чем на других каналах. Ставьте лайки в поддержку, нам это важно. А мы будем стараться делать для вас больше возможностей для покупки, так и просто для просмотра, для того, чтобы вы узнавали тут новую информацию по этой технике, да. Снимать видео в работе, снимать там тест-драйвы, как она ездит, снимать, как реально там ходит коробка, какой она приходит, как она собирается и все вот эти моменты. Вот. И нам важна ваша поддержка, ваши лайки, ваше доверие. Поэтому обязательно пишите в комменты, что вы хотите, может, чтобы я поменял на этом канале, что вы хотите, чтобы я добавил, что, может быть, я делаю там не так. Только, ну, обоснованно, понятно, там, без дам, без матюков, без пиписика адекватно. Вот. Потому что на комментарии с матюками я отвечать не буду. Ну, а что-то не хочется мне. Знаете, хочется, бывает, ответить на коммент, но так же, а нельзя. Потому что YouTube забанит, поэтому, друзья, с уважением всем, кто уже подписан и кто первый раз у нас на канале, мы показываем достоверные, реально адекватные обзоры по китайской технике. У нас скоро появятся также другие бренды, корейские, в продаже, в наличии, индийские мини-трактора Solis. И будем добавлять и так далее, больше для вас. Поэтому всем спасибо, кто смотрел видео, всем удачи, всем пока.